Здравствуйте всем, кого не видела. У меня такое свидетельство интересное. Парень на работе, а у парня такие проблемы в семье, в общем, и денег нет, и машина сгорела за один год, очень много потерял. У него невралгия, прям круги по глазам. Какой-то вещь у нас какой. Он ко мне говорит: слушай, у тебя будет 500 рублей за день? Прям склонился надо мной. А я понимаю, что у меня 100 рублей больше нет. Я ничего не могу ему дать. И я такая смотрю, у нас машинка поломалась, кофемашина. Ну и я просто вот, вот почему так, да, это Бог дает эти мысли. Я говорю: слушай, кофемашину можешь починить? Он: да, я ими занимался, я их продавал. И я говорю: ну классно, давай. Он починил кофемашину, я пошла к управляющей, сказала: вот так и так, у нас парень, стажер, починил кофемашину, и она ему заплатила 500 рублей, и парню было на что доехать. Вот такое маленькое свидетельство.